Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, я сегодня пришла на линию 18, павильон 100. Уже снимаю девочек не первый раз. Джинсы, брюки, девчонки, это самый большой ассортимент, куда я вам всегда рекомендую прийти. Если кто желает приобрести джинсовую одежду, джинсовые брюки, я вам этот павильон рекомендую. Здесь у нас Зарина с Юлей, очень многих уже обслуживала. Очень много хороших отзывов об этом павильоне, в том числе и мне пишут. Поэтому, девчонки, это тоже учитывайте. Подберут, расскажут, все. Очень положительные отзывы о девчонках. Нравится, как делают подборку. Посмотрите, девчонки, пришли уже яркие, красивые цвета, лето. Пожалуйста, визиточку. И, конечно, не забывайте подписаться в чат, где девчонки также будут скидывать. Девочки, пожалуйста, подписывайтесь на Дзен, Рутуб мой. И, конечно, группу основную ВКонтакте. Мы везде есть. Поэтому, девчонки, ну что, добро пожаловать на 18-100. Девчонки, привет! Вот они, работники. Привет, привет! Привет. Здравствуйте, Тамара. Девчонки. Как ваши дела, Тамара? У нас все хорошо. Мы так рады вас видеть. Да, как я с удовольствием прихожу в ваш бутик. Поэтому, девчонки, я очень рада вас видеть. Я знаю, что у вас поступление новинок, которые сейчас все уже, кстати, обзор с нетерпением сделать, смотри, ждут. Яркая, да, 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 девочки. Посмотрите, я вам уже показала на улице тоже. Здесь джинс очень много. Девчонки, скажите, с какого по какой размер у вас джинсы? Ну, основная масса с 48 по 54, с 48 по 58 и с 60 по 66. Маленьких размеров бывает не очень так много. Ну, бывает. Кто попадает, тот попадает, ну так. Я знаю, что у вас еще джинсовые куртки. Да, конечно. Ну мы сейчас покажем и джинсы, и куртки, все потом покажем вам, конечно. А еще производители Турция, правильно, джинсы? Да, у нас все фабрики много. Турецкие. И сколько фабрик? Я, насколько знаю, по-моему, 11 или 12, сколько? Больше, наверное. Больше даже, много. Да? Да, конечно. Так много что, больше. Да, девочки. Дюран, Авангард, Таковар, Адорати, Кармита, Мазерати, Меримар, Ева, Зарин, Кайли, Либерти. Видите, как надо работать? Практически все фирмы свои знают. Ну что, девчонки, начнем? Конечно. Начнем. И с чего, чем порадуете? Красоту. Ну давай. Начнем мы с нашего Дюрана. Ну да. Значит, смотрите, помимо голубых и серых джинсов, у нас в этом году цветные джинсы. Они идут в 4 цветах, модельки разные. Ну вот одна из моделей. Маленький паучок, полубананы. Цвет идет. Кофе, он такой коричневый, хаки в этой модели, серый, голубой, бордо. Еще какой? И бордо. И все джинсы у вас по цене? На данный момент 4000, завтра, послезавтра, не знаю, как будет. Мы зависим напрямую от доллара, девочки. Поэтому... Ну, сейчас вот на джинсы. Сегодняшний день 4000. Смотрите, еще есть модели. В джинсе тоже 4-5 цветов идет. И джинсовый, и серый, и бутылочный, бордовый, коричневый. Размерный ряд будет, грубо, с 48 по 58, можно на 60. Вот, слегка зауженная штанина. Вот такие нарядная, красивая классика. И классические, вот в тональности немножечко такие полутоны называются, да? Получается такой пудровый цвет, они чуть посветлее, фисташковый цвет. Классика 48-58, можно на 50-60 свободненько. Пряменькая такая модель. Дальше. Дальше мы покажем наши бананы на круговой резинке. Их как любит молодежь, так и женщины. Посмотрите, такие оригинальные. Резиночка, все у вас там упакует. Но многие резинку круговую любят, многие ее не любят. Поэтому это дело вкуса. Ноги обтягивать не будет, будет у вас там все проветриваться. Вот. И аналогичная модель у нас есть с лампасиком. Она тоже идет в расцветках во всех. Красивая, 50-60 размеры. Стразики по бокам. Сзади резиночка вот так будет. Очень а резиночка классно. На ростовку, да, как-то регулирует, получается, задерживается рост и вроде бы
садиться тогда и подшивать не надо. 4-5 расцветок в этой джинсе. Смотрите, вот в каждой модели, которую я вам до этого показывала, обязательно есть и голубой джинс. То есть это уже вот такой летний тонкий джинс. Пожалуйста. Также на круговой резинке модель. Смотрите, с таким дизайном, немножечко оформление спереди, буковки. Ну, кому надо немножко поинтереснее, да? Тоже резиночка. А вот карманы. Размеры 48-58, можно 50-60. Можно, я думаю. Да. А вот она также будет в серой, в голубой, красивой джинсе. Пожалуйста. Лето-лето. Лето-летнее, да. Белые футболки одели и пошли форсить. У вас очень интересно. Угу. Так, попочку покажи нам. Опс. Угу. Опс. Так, вот. Так. Далее вот такая модель. Есть темно-серый. Тоже с интересом. Но все это идут пока круговые резинки. Потом покажу еще на шириночке модели. Это сзади резинка. Тоже резинка. Так, есть еще и расцветок, посмотрите. Цвет, да. Фисташка красивая тоже. Она еще, по-моему, Юлька, есть и голубой, правда? Вот такой джинсе, пожалуйста, please. Все, все есть. Все для вас, девчонки. Да, такие вот карманчики с оформлением. Молодцы. Вот. Девчонки, все брюки 4000 рублей. Так, ну смотрите, вот теперь ширинки, с ширинкой модели пошли. Кому нужна застежка. Очень красивый низ. Удлиненная модель с оформлением, с дизайном таким интересным. Ну, кому нравится немножечко так повыпендриваться. Длину можно подвернуть. А кому нужна классика. Абсолютная классика с интересным дизайном внизу. Разрезы. Ну, немножечко стразьев. С 50 по 60 размер. Стоимость на сегодня 4000 рублей. Так. Вот такая модель в дюране. Интересная, оригинальная, с боковыми карманами. Она по 62 размер. На пышных красоток модниц. Можно подвернуть, ростовочку отрегулировать. А теперь самая любимая модель Тамары. Она за ней к нам прям бежала. Да, у меня такая же. Боковые лампасы, пожалуйста, можно и подвернуть, развернуть. С 50 по 60 4000 рублей. Практически все модели, возможно, есть в серой джинсе и в голубой. Далее, еще одна самая любимая модель Тамары. Она любит круговые резинки. С 50 по 60. Вот такой интересный дизайн. Так хотите модничать, как Тамара наша? Плиз. Да. Вот. Я буду весной сейчас моднячка. Моднячка, конечно. Джинсы от Дюран ношу. Не, ну ты же не только Дюран. Нет, не только Дюран. Так, вот такая интересная, вроде бы как она, и классика, и с интересом, и с оформлением, и вроде бы как полубананы, тоже очень интересный. Стразы есть, буковки есть красивые, с 50 по 60, 4000 рублей. Так. Что мы еще покажем? Нашего паучка. Любимый паучок у многих. Но был паук, стал скорпион. На сегодняшний день он у нас стал скорпионом. Пожалуйста. Так что скорпионы все за своим логотипом. Да. Его любят все. Эту модель. Вот какая интересная, классическая. Но в то же время есть такой изюм. Далее поехали мы в дюране на мой виноградик. Пожалуйста, кому виноградик красивый? Ну, не виноград, это ягодки, да? Это, да, вообще ягодки. Это голубика. Голубика. А, голубика. Вообще это голубика. Модель очень похожа по дизайну с нашим паучком. Идет ступенька внизу. Карманы с 50 по 60, но они почти на 62 идут спокойно. Уже такие достаточно светленькие. Так, некоторые у нас очень любят модницы. Вот такие строчки. Вот, пожалуйста, отстроченные спереди. Интересные, стройнят, вытягивают как бы ножку. Можно да? подвернуть.
прикольные? Очень. Тамара, тебе нравится? Очень. Ой, я подумаю над этой моделью тоже. Над этой тоже. Тебе подойдет. Да? Да. Отлично. Так, далее тоже. Прикольно. Кстати, я видела, везде сейчас и блузочки идут. Ну, наверное, может, это что-то бренд, тренд. Что булавочки. Это, да? Булавочки. Да. Лично снимала, девочки, блузки, да, футболки, да. Булавки. Да, также да, появились да. Джинсы-булавки. Пожалуйста, девчонки. 50 по 60. Хотите светленькие, хотите темненькие. Темненькие стройнят. Я люблю темненькие. Любят кто-то голубую джинсу. Пожалуйста. Все есть. Красота неимоверная. Естественно, есть ткани еще полегче. Это прям совершенно лето. Кому-то сейчас это может быть нужно на юга, кому-то еще рано. Смотрите, тоже интересный дизайн. Новая моделька. Таким низом. Помните, как у нас были ромашки? Да. Вот, аналогичная. В расцветках. 4000 с 50 по 60 размер. Ну и наши яркие, красивые цвета в хлопке. Моделечка в дырку, дырку, дырку. Она визуально скрадывает. Все, конечно, будет помятое, не очень красивое, но... Красивая. Здесь и ростовка такая удлиненненькая. Это только получили, поэтому, да. Девочки, ну мне хочется показать. Смотрите, какие цвета красивые. Вообще, прям, мне кажется, после... Угу. Давай покажем цвета. Темный такой, пасмурный, как говорится, весны и погоды. Хочется вот столько яркости. Конечно. Такой цвет обалденный. А кирпич какой красивый. А ты себе на лето какие выберешь? Какой цвет? Какой я выберу цвет? Я знаю, я люблю только красный вот и страх. Серый. Да, конечно, все яркие цвета ей подходят. Что-нибудь яркое выберет. Там, но я же стою в ярком. Дорогие подписчики, посоветуйте, какой цвет купить брюки Зарине. Напишите в комментариях, какой бы ей цвет подошел. Напишите в комментариях. Не говори. Она растерялась цвета. Смущалась. Побородовела. Смотрите, какая наша модель фэшн. Она у нас была в джинсе. Мы ее работали. Ее очень все любят. Тоненький лампас такой идет. В расцветках. Показываю всего лишь один цвет. А вот так он есть. Бордовый, бежевый, хаки, фисташка. Джинсовый, серый. Все расцветочки. Слегка зауженные. Эти тоже по 4000? Усё. Все джинсы по 4000, девочки. И брюки. Про скорпиона рассказали, а про паука забыли. Вот он наш паучок в легкой ткани, пожалуйста. А, тоже 5 расцветок. На данный момент это кофе с молоком. Кофе с молоком, моделька наша любимая. 5 цветов получили в наличии. Размеры? 50-60. Ну, пока я показываю Дюран, они все в среднем идут с 50 по 60. Вот такая модель, какая интересная, да, спортшик. Угу. Тамара Шик, модель спортшик. Ой. Видите, да. Девочки, как с любовью о своих, да, брючках рассказывают. Ой, мы любим, мы каждые свои брючки вообще просто обожаем. Они у нас самые, особенно, красивые. Особенно, когда мы их видим на наших самых красивых клиентках. Девочки, присылайте фотографии это брючек для девчонок. Мы будем в группу свою добавлять. В группу. Мы сделаем красивое, да, слайд-шоу. Поэтому, девчонки, кто покупал, кто приобретал брючки, пожалуйста, присылайте свои фотографии, пишите комментарии девочкам. Так. Они так стараются для вас, девчонки. А вы, пожалуйста, постарайтесь для них. Покупатели, правильно? Которые к нам приходят, они, наверное, уже могут всем сказать, как мы с любовью одеваем, как стараемся, как много даем мерить, чтобы всем было приятно. Вот такая модель полубананами сегодня получили в ярких цветах. Есть цвет бордовый, бирюза, беж. Интересная такая классика, удлиненная, но бирюза какая красивая. Мне подходит бирюза и желтый, наверное, я думаю. Девочки, напишите, какой цвет выбрать Зарине, а это? Please. Красивый тоже. Красивый цвет, да? Угу. Очень красивый. Лето, лето. Белую футболку. Будет сразу море вспоминается, роли. Представляется. Так, дальше смотрите. Помните, у нас Юля все время нахваливала ткань, которая у нас, в ней можно порхать, летать.
На морях отдыхать, да, да, шпагат, да, делать. Это наша тоненькая парусина, она уже в наличии. Она тонкая, и тонкая. Каждый год пользуется успехом. Те же клиенты, да. А здесь расцветка идет. Юль, какая? Индиго, да? Да, индиго и синяя. Ну и классический синий цвет. Модель есть как на круговой резинке, так и вот в классической просто ширинке. И в дороге идет еще зеленый, красный цвет мы заказали. Да. Вот красивый. Вот летом кому для работы надо, у нас основная базовая идет вареный хлопок, да, ткань. А это идет именно классика. На работу одел, пошел. Это звезда. Я звезда, да. Я звезда. Ты про меня? Да. Так, и вот почему я с них начала, вот такой же, в такой же аналогичной новой фактуре у нас пришла тоже новинка, ткань, которая не трется, не мнется, стирается, сохнет быстренько. Вот спорт, такая. Да? Шик, шик. Шик, шик. Да. Девочки. Вот такая модель. Идет в 5 тональностях, 5 цветов. Вот, угу. Смотрите, получается красный, бежевый, Тамар, серый, вытащить черный. Все очень трудно. Вот ну тут да. Есть и хаки цвет, и бежевый цвет, и темно-синий цвет. Все-все-все цвета есть, модель будет вот как это вам красивая. Зарина показала, да. Угу. Видишь, это, потрогай, вот потрогай, пожалуйста. Да потом, я она уже вот чувствую. Именно бенгалин, она тоненькая, такая потому приятная. Что многие не могут брючки одеть, потому что у них все стирается. Да. А они хотят купить и носить долго, пожалуйста. Эта ткань вообще не трется. И такая же модель, вот кому замочки не нравится, она есть просто в абсолютной классике. Без замочка. Без замков, низ абсолютно классический. Захотели так, захотели да, и так. Да, что еще не показала. Ну, еще в дороге у нас идет вот моделечка наша 8026. Тоже много девчонок у нас ее купили. Тут очень красиво вот так вот будет. Низ. Угу. Во всех цветах она есть. Идет. Ну, это бананчиками. Ага. Да, бананами модель. Цена тоже 4000 с 50 по 60. И эта модель есть в суперах, если давайте что. Я вам, чтобы понимали, какие размеры у нас еще бывают, покажу, какие у нас джинсы с Дюрани. О! Во! О! Пышечки! Плиз! Пожалуйста, это смотрите, какие. Самый большой. Вот такие это большие брючки. Это прямая классика. Что, это до какого размера? Размера? До 68-го, наверное, 70-го. Угу. Это классика, а это вот моделька вот такая, поинтересней. Угу. Такие загогулинки на более полные ножки. Пожалуйста, почти до 70-го, да? Пышечек тоже надо одевать. Да. Красиво, модно, стильно. И куда идти, на линию? 18-100. Только к нам. Вот вы поверьте, брюк здесь много на садоводе, но самые красивые брюки у нас. Ассортимент самый лучший у нас. Продавцы самые лучшие здесь. Поэтому приходите на линию 18, место 100. Так, ну что, дорогие наши девочки, девушки, женщины. У нас также я хотела бы вам показать катун. У нас есть такие классные палацио, как сейчас модно. Катоновые. Очень многие спрашивают. Очень их. Много. Но сразу посмотрите, девчонки, вот это в катоне идут маленькие размеры. Поэтому худеньких наших девочек тоже мы ждем. Они у нас в разных цветах. Смотрите, есть вот так бананами. У нас очень стильные молодежка. Также цена их 4000. Они получаются с моего первого размера 44 и до 52. Моделей тут очень много. Я вам так, чтобы все успеть, быстренько их все продемонстрирую. Какая-то катон без лайкры у нас идет. Они так именно стильно тоже очень сидят. Смотрите, какие модели все очень оригинальные. Их очень большой у нас выбор. Это на и таких все? Стройных, как Юля. Да. Мои подружки, я вас жду. Вот, очень большой выбор. Так, девочки, потом у нас есть вот такие очень интересные модели. Они будут примерно крой дудочками, как на мне. Цветной джинсе. Там, получается, у нас идет цвет хаки и цвет песочный. Хаки вот такой стильный тоже, смотрите. Вот так. С 46 до 52 размера. Вот. Кто любит в обтяжку по ножке. Цена 4000 рублей. Так, ну а теперь, девочки, я хотела бы вам показать еще наши
бананы и, ну, не только, фабрики «Авангард» 48 до 54 размера. Моделей у нас их очень много, они все очень красиво смотрятся. Смотрите, это будет ровная ножка, просто по ножке будет модель. Вот так. Размеры 48 до 54. Классика, ничего лишнего. Вот, цена 4000. Потом, например, вот такие красивые. Смотрите, как интересно сделаны замочком. Видите, как отделочка. И на кармашках 48 до 54. Все модели, все цвета есть в сером и в голубом. Так, смотрите, девочки. Вот так. Тут тоже вот так идет. Я вам буду показывать какие-то модели в сером, какие-то в голубом. Хорошо, чтобы... Смотрите, вот такая очень интересная модель, очень оригинальный красивый пояс. И смотрите, девчонки, вот так сзади красивый замочек. С 48 до 54 цена 4000. Вот. Потом, девчат, смотрите, у нас очень много круговых резинок. Сейчас конкретно покажу вот фабрики «Авангард» вам их тоже. Кто любит, она очень хорошо садится на животик. Вот так сзади интересно сделано. О, тоже с 48 до 54. Смотрите, вот такие, например, тоже все. Баночками, да, такой? Вот так. И, девчат, в бананах у нас очень большой выбор. Просто все не показать. По времени Тамара тоже немножечко ограничена. Вот. Хочу еще показать. Если кого интересует более, побольше модели, подписывайтесь, звоните в группы. И, конечно, мы создали чат ВКонтакте для вашего удобства. Девчонки также будут туда заглядывать и отвечать на ваши вопросы. Это как прямой эфир чата будет. Задаете вопросы, они забежали, вам ответили. Поэтому, девчонки, пожалуйста, подписывайтесь. Так, девочки, смотрите, у нас также еще есть в таком более, как сказать... Классический катон, да, интересный, хороший рост здесь. Видите, ничего лишнего. Тоже с 48 до 54. Их вариантов очень много у нас. Так, ну вот «Авангард» еще на резинке. Вот такая интересная новинка. Смотрите, дизайн внизу, сзади резинка. 48 по 54 размер. В голубой джинсе и в серой. В «Авангарде» получили очень много палаццо, да. Они есть и в модели палаццо, есть и в модели немножечко как Леша колено. Цвет голубой и серый. Размеры с 48 по 54. А немного как клешенные модельки. Они, по-моему, у нас даже пришли до 58 размера. В сером и в голубом. Смотрите, какая ростовка. Длинные, пряменькие. И вообще окошик. Да? Кошек, да, пожалуйста, высокие дамы, длинноногие, как я, пожалуйста, приходите, одеваемся у нас. Так, еще мы хотели показать что? Мы хотели показать цветной хлопок, да? Обязательно, снимать, девочки, да? Посмотрите, сколько цветов и сколько цветовой гаммы. Да. О, да. Посмотрите, и спорт, по-моему, да, там с карманчиками. Блин, есть. Все есть. Давайте быстренько так я. Ну и хлопковые наши «Авангарды» в бананах. Какие модели мы получили? А расцветок сколько? В каждой модели 5 расцветок. Это будет бордо, хаки, светлый беж, капучино, джинсовые, песочные, серые. Так, значит, модели с 48 по 54 размер. Возможно, получим мы побольше. Стоимость 4000. Зачем отличается дизайн? У них, смотрите, оформление карманов, у них всегда там все продумано. Гляньте, как интересно. Чуть-чуть, без всяких этих, да? Да, у них всегда излишеств. Вот такой вот дизайн красивый, да. Кто там сидит у них, выдумывает это а все. А ремни покажи, какие они красивые. Вот обязательно сочетание там ремня, вот дизайна здесь, буковки. Пожалуйста, расцветки. Видите, какие я постаралась каждой модели спустить цвет, чтобы вы посмотрели. Так, вот такая модель. Это все идет полубананы. Они не широкие, но в то же время не обтягивают ноги. Вот цвет там бордо. 48 по 54 размер. Далее вот такая модель хаки. В каждой модели все цвета есть.
Да. Ляпота. 48-54 размер. Пришла еще вот такая модель в трех цветах. Тоже тонкий-тонкий хлопок, но текстура с эффектом кондиционера. Но это не дырки, конечно, но такие точечки-точечки. Видите, круговая резинка наверху. В нескольких цветах, поэтому по расцветкам спрашивайте. Ну вот еще модельчику покажу, смотрите. Это тем, кто любит у нас, чтобы на лето все блестело. Ну, пожалуйста. Такой вот низ. Видно, да? Угу. 48 по 54. На данный момент все модели, но, возможно, будем сейчас получать туда дальше и побольше. Вот смотрите, какая интересненькая. Не сильно широкий. А то у всех почему-то ощущение, что бананы это должны быть шаровары. Далеко нет. Они идут такой средней ширины. Ну, наша Эль в авангарде, любимая, красивая. В том году мы ими работали, в этом году их просят. Красивучие, нежные, пудровые, вот они. Бирюза. Светка, бирюза, беж, кофе, джинсовые, хаки, все-все цвета есть. Облегченочка такая, да? Да, такая рисочка с рисунком. Не знаю, их брали по нескольку пары в розницу у нас и оптом. Потому что такая классика, кому не нужно там излишеств всяких, ничего и нигде. Дальше наши вот эти вот модельки во всех цветах. Тоже, наверное, помните с разрезом. Она сейчас есть и в джинсе, и в серой, и в голубой. И вот такая вот моделька. Пожалуйста. Круговая резинка, но не с ширинкой. Каждая модель идет в расцветках. Все это авангард. И это все полубананы. Кому нужны не полубананы, пожалуйста, надо спрашивать. Их тоже очень много. Тамара, я так. Угу. Значит, есть модели в круговых резинках. Вот они абсолютно прямые. Там сверху будет блестка и внизу, да? Дальше, вот такие вот. Это просто классические прямые ножки. Дальше, полный рост, яркие брюки. Пожалуйста, смотрите, тон какой такой. И сиреневый, желтый. Хаки, бежевый. Бежка что-то не висит, наверное, продали, но она есть. Это прямая штанинка. Полубананы, вот они в ярких цветах. Это идет вообще все уже не вареный хлопок. Это вот обычный наш хлопок стандартный. Налито без сейчас. Выворки, да, вот они отличаются. Вареный он немножко другой идет. Полутон, а эти все яркие, красивые цвета. А вот это вот что это за модельки? Такие спор? Или что это? Это спортшик, конечно. Это же мы каждый год работаем. Смотрите, самая такая моделька, да. Ее и молодежь, и девочки, и женщины с любовью, пожалуйста, деньги в правый карман, кстати, телефон я влево. У нас их молодежки тоже есть в маленьких размерах. Да, 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 и в молодежке, и в баталах. Угу. Так, ну, Тамара, хоть еще мы много чего не показали. Джинсы предостаточно. Так. Просто все мы не охватим. Посмотрите, какой ассортимент. Как бы вы знаете прекрасно, кто у нас бывает, что летом у нас красота неописуемая. Ну и, конечно, и бывают начало. У вас еще джинсовые курточки. Да, ну и, конечно, куда же мы без наших пыльников фабрики Дюран. Они у нас 52 по 58 размер, двусторонние, отворачивается рукав, он разворачивается в полную длину. И вы все знаете, что у нас есть такие же брючки под них. В Дюране с 50 по 60 размер. Куртки есть до 66-го. Стоимость курток всех, которые я буду показывать. Юля, 5500. Молодец. Пожалуйста, давайте быстренько покажу цвета. Помощь друга, да? А? Помощь зала. Да-да-да. Помощь друга. А то Тамара сказала, времени у нас мало. Да. Смотрите, есть еще бежевые, бирюзовые, коралловые, капучино. Все расцветки вот в наших данных пыльниках. Быстренько ищу наши джинсовки, очень интересные. Юля, подавай бегом. Та-ра-рам, наша бахрома, пожалуйста. Эта моделька у нас была, излюбленная всеми, да, нравится. Облегченочка. Значит, такая классика с интересом. Размеры получаются с 52 по 60. Стоимость одна на все куртки. Пыльник, он есть и в серой, и в голубой джинсе. В прошлом году была аналогичная модель, только с капюшоном. А это идет без капюшона, вот резиночка. Нравится всем такая длина полубедро, пожалуйста. Правда, этот цвет мне не подходит, но он очень-очень стильненький, богатый.
богатый. Я люблю серый цвет. Ну, джинсовки в авангарде. Смотрите, вот такие накладные карманы. Накладные они называются? Да, да. Да, да? А есть и боковые кармашки там? Здесь боковые есть. Да. Где? О, ну. Слушай, я тебя даже их не видела. Пожалуйста, вот что значит шик туда... побывала в твоем бутике. Мы их уже просто попродавали. Такая интересная модель. Оверсайз, размеры там можно хоть куда, хоть на кого. Но, если честно, они до 56 размера. Ну, Дюран укороченную модельку сделал. Современную, молодежную, интересную, на молнии. Карманы зашиты, их просто надо будет раскрыть. Ну, такая вот модель укороченная. Есть в сером цвете, в голубом, размеры с 52 по 58. И, девочки, все курточки 5500. Угу. И все, особенно моего роста, они не могут найти укороченные варианты курток. Пожалуйста, вот полубедровка, у меня рост 1 метр, с кепкой в прыжке, 1,55 м. Вот любят вот такую длину, особенно она очень актуальна, да, летом, ну, на платье, в прохладную погоду, да. Одел, пошел. Такая куртка 350 по 56 размер в сером, в голубом цвете. Смотрите, серый какой богатый такой цвет. Вот, стоимость 5500. Молодец. Сними, сними меня, фотограф просит. Да. Зарина. Да. Снимай, говорит, снимай. Да. Значит, еще один пиджачок вот такой на молнии, тоже укороченный. Смотрите, а разрезы на рукавах интересно, вот такой вот дизайн. А воротничок? А воротничок, стоечка, по-моему, даже вот так вот, да. Раз, где-то она, клепочка такая. Все, укрошек. А, значит, цвет тоже в джинсе голубой и в серой. Пожалуйста, вот. Девочки, цена 5500. Да, стоимость 5500. Тоже можно на сарафанчике. Одел, пошел. Ну и камуфренчики. Прикрыть все-все-все до полубедра, пожалуйста. Смотрите, раз и два. Вот так вот. Тоже с бахромой. Там очень длина красивый будет... капюшон. Да, такая более удлиненная. Капюшон вот такой вот со стразами. Карманы укладные. Вот, пожалуйста. Стоимость 5500. Ну и естественно, куда мы без ярких наших красочных курток. Яркие, красивые. Помните нашу первую съемку? Я была вот в таком цвете. Это только первая съемка была? Да. Ну, по-моему, первая или вторая. Я помню, мне писали. Вот в желтеньком вы были. Цыпочка, да, была? Да. Вот такой вот дизайн. Вот этот желтый цвет вообще тоже очень... Огонь. Терракотовый. Вот этот вот очень красивый. Терракот это? Терракот, да. Да, да, да. Вот такой вот. Какой цвет? Цвет это, ну, тебе подходит желтый очень. Ты вот прикладываешь. А еще есть у нас мой любимый цвет. Яблоко. И цена? 5500. А размеры? С 50 до 56. Ну что, дорогие мои девчонки, вот побывала я сегодня у девчонок. Джинс, линия 18, павильон. 100. Спасибо вам огромное, девчонки. С удовольствием вас всегда тоже снимаю. Спасибо. Это мои самые, я думаю, что по джинсам самые первые мои ученицы. Это да, вы. Да да да, 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 да. Поэтому вам огромное спасибо, девчонки. Я знаю, что вы с каждым разом все лучше и лучше. Я благодарю вас. И мне очень приятно с вами работать. И нам очень приятно. Взаимно. И вам спасибо, Тамара, и подписчикам, и всем клиентам, которые... Были ваши, стали наши. А были наши, стали ваши. А были наши, стали ваши, да. Я всегда говорю, что должна быть взаимовыручка, да? Да, между собой в работе. Мои подписчики – это ваши подписчики – это наши подписчики. Мы работаем в команде. И для нас это важно. Если ты не будешь работать в команде, у вас и у меня никогда ничего не получится. Вы согласны? Дело наладится. Однозначно, да. Вам спасибо, девочки. Тебе, Тамара, всем огромное спасибо, что но приходишь хочу, к нам. Можно я, да. Я хочу сказать, девочки, когда вы к нам приходите, не зацикливайтесь на моделях. Только видеть это одно, поэтому вы зашли, сказали, девчонки, подбирайте, наряжайте, все, мы вам все подберем. Потому что многие заходят, боятся, там стесняются чего-то. И... Или, например, разделись, померили, мы всегда все подберем. Посмелее. Или, например, домой. На видео увидели конкретно одну модель. Скрин сделали, и вот только вот нам только ее и все. Понимаете, да, фигуры разные, крой разный. Вы не переживайте, даже если что, мы все подберем, абсолютно, может, наподобие что-то, но
даже можете не переживать по этому поводу. И сегодня мы, конечно же, показали не все модели у нас тут еще. Тут можно 5 видео снимать. Мы показали, если так разобраться, 20% из всего того, что у нас есть. Столько джинс, столько моделей, тут нереально все снять за одну съемку. Всех ждем, вот уже сейчас на днях будет солнце светить, настроение всех будет подниматься, все захотят красиво нарядиться. Я думаю, все, наверное, схуднувшие, стройные, сильно худеть не надо, у нас размеров как нет. Как, кстати, Зарина. Видите, как старается. Она похудела. Да, дорогие подписчики, напишите в комментариях, насколько Зарина похудела. Кто угадает, тому будет приз. Презент, да? Да, президент. Так что, ну что, девчонки, спасибо огромное. И, ну, конечно, мы не говорим до свидания, а говорим до новых встреч и до новых съемок. До скорых встреч, да. И, конечно же, девчонки, приходите. Девчонки, действительно, они профессионалы своего дела. Я знаю, вы можете посмотреть на человека, и вы на девочку, на женщину, и вы уже сразу можете определить, какие модельки. Вот все благодарны. Честно, мы не хвалимся, но могут походить, погулять, походить все по равно садоводу возвращаются и возвращаются к нам, потому что, наверное, мы все-таки более терпеливые, более коммуникабельнее. А терпение нужно обязательно иметь, да? Да, ну, я думаю, что клиенты подтвердят. Все, кто видит это видео, напишите комментарии и подтвердите. Всем пока-пока! Спасибо большое!